Доброе здоровье, мои уважаемые посетители канала. Закаливание — дело тонкое, как восток. Важно быстро раздеться, особенно в такое время, когда уже пожелательно до этого там подготовиться. Но как я, ну ладно. Так вот, что сейчас для меня важно. Я встал, не умываюсь, взвесился, вес вырос 107 800. Я иду, вот сказал жене, халатик, все, быстренько сейчас окунусь и быстренько выпрыгну и оботрусь. Если вы немножко передержите себя в купели, если вы не так быстро оботретесь и оденетесь, и такое у меня бывало, особенно на морозе, то, несомненно, получите осложнение. Водные процедуры очень сильные, действуют мощно, поэтому относиться к ним надо очень осторожно. Итак, приятная штука, великолепная. Вперед! Гидо пан индостан, дюкилюки джурбистан, эй-ла-ла, эй-ри-ди туда, эй-да-ки-да-ри-ди-дай, эй-ла-та-ма-ди-би-дай, эй-да-та-и-ри-ти-тай, а-ла-ла, эй-на-на-на. Хедосик. Та-да-ри-да-дай, эй-да-та-ки-да-ти-би-дай, Кстати, купель расположена в гараже. Видите, немножечко аж плитка пропотевает. Но тем не менее, бассейник держит воду. Благодаря тому, что сторона эта западная, как-то не так там идет нагрев летом, и она не цветет. В противном случае все зацветает, вода портится очень быстро. Но здесь вот как-то по-другому. Теперь остается снять колпак, халат, ну и тапочки. Вода начинает проникать через кожу, в мышцы, в кости. И тут-то ее надо и покинуть. Далее, что вы ощущаете далее? Далее вы ощущаете, как изнутри начинает вырабатываться тепло и выходить наружу. Такие небольшие, как бы, ну не то чтобы дрожь. Ну, что-то такое интересное. Вот я сейчас чувствую, что я слегка пересидел. Нету той выраженной реакции. Холод сдавил меня. То есть чувствуется так. Тепло только оп, внутрь ушло. А потом быстренько вылез, оно только выходит. Тепло расширяется наружу и вас обдает жаром. Вот это очень интересный феномен, о котором многие рассказывают. В том числе и Порфирий Корнеевич. Одеваемся очень быстро. Особенно вот когда будете на улице погружаться во время крещения, то все надо делать очень быстро. В противном случае вы замерзнете во время обтирания полотенцем и одевания. Как говорится, плавали, знаем. И быстренько
теплое помещение быстренько. Иначе кожа зашелушится, суставы затрещат и прочие вещи. Гидо паны индостаны, тюки люки дюрбистан. Садик осенью. Но опять-таки я хочу сказать, благодаря возросшей энергетике, вот эти вот процедуры, которые раньше, знаете, все там сжималось и, как бы сказать, не хотела, не пускала и противилась, вы мощной энергетикой просто, знаете, вот сказали себе делать. И делаете. И получаете то, что получаете. А вот котик не закаляется. Вот он лежит тут. Опушился и все. Котик. Мусик. Мусик. Ну глянь на меня. Музик. Гидо пан индостан. Дюки люки дюрбистан. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ли-ла-ли-ли-лай. Ли-да-ли-да-ли-да-ли-да-ли-да-ли-да-ли-да. Так, теперь. Чем мы займемся теперь? У меня есть... вот эти вот часы. И здесь указано, сколько километров, шагов я прошел. То есть мне важно вот это упражнение. Сколько я прошел километров. То есть я хожу в среднем около 2 километров. Смотрите. Для того, чтобы тут выполнить за октябрь и получить вот этот значок, вы завершили свою последнюю тренировку, которая осталась до получения награды за октябрь. Это 25 тренировок за текущий месяц. Я делаю обычно больше, ну практически каждый день, ну не всегда. Значит, смотрите, за ноябрь. Что это должен получить? Закройте кольцо упражнений 23 раза в этом месяце, чтобы заработать эту награду, пока вы закрыли ее один раз. Ну, это так, будем говорить, баловство. Для меня главное, это то, что я хожу. Ежедневно хожу. Около 2 километров. В основном стараюсь 2 километра или 40 минут. Итак, что мы теперь делаем? Нажимаем. Видите, зелененькая программа ходьбы. Нажали ее. Вот она, цель, не задана ходьба. Нажимаем на нее. На старт. И пошли. Все, время пошло. Гидо пан индостан, тюки люки дюрбистан. Сейчас я вам покажу, где я хожу, свой маршрут. Он у меня идет по садику, огородику. Примерно я прохожу за один круг 100 метров. Вот я пошел. Просто хожу, без всяких яких. И стараюсь радоваться. Домик, посмотрите, который построил Джек. Гидо пан индостан, тюки люки дюрбистан. Собака. Которая гоняет синицу, которая иногда мне снится. Та-ра-ра, та-ра-та-та-та-та-та-та. Спортзальчик. Сегодня мы его посетим. Небольшое препятствие. Собакин. Его зовут Федосик, да? Федосик, так? То есть вот он мой маршрут. И по этому маршруту я прохожу. Вот они огромные
как их там называют. Да, чтобы вы глянули. Видите, сколько там метров. Я прошел 2 минуты 27 секунд и 100 метров как раз. Как видите, походка легкая, при этом пою песенку. Настроение держите возвышенным. Это самое главное. И работайте, чтобы у вас 40 минут или там 2 километра были. Ну, ходим дальше. Километр я прошел. 1 километр. Темп 20 минут 11 секунд. Вот и заканчивается мой проход 2 километра. И отлично. Что еще хочу сказать? Вот я походил около 40 минут. В результате того, что идут вот такие вот тук-тук-тук-тук встряска организма, получается дополнительный стимул для того, чтобы нормально опорожнялся толстый кишечник. Без всяких слабительных и так далее, так далее, так далее. То есть не надо там что-то дожидаться, принимать слабительные и так далее. Надо следовать естественному течению событий, просто-напросто походить. И от того, что вы походите, да, правильно, у вас прекрасно заработает толстый кишечник. Не сразу. Ну, у меня сейчас каждое утро в день по несколько раз бывает. И еще. Вот, посмотрите. Сводка. 30 минут, 30 минут ходил. Что там? 2-2 есть. Показать еще. Награды. Смотрите, какие награды у меня. Внимательно будьте. Вот эти все награды. Вот особенно. С какого? С марта. С декабря. 2017 года у меня появились часы, и я начал ходить. Ну, ходил-то я и до этого. И вот сколько наград. Получил. А теперь приступаем к занятиям. После того, как опорожнились, походили, все. Остается настроиться и начать. 700 кГц. Первый подход. Проверим, что тут у нас.
первый пошел. Восемьсот второй. Суставчики вибрируют. Девятьсот килогерц. На 4. Подъем всколыхнул всю энергетику организма, прогрел, протрусил. Активировал одним словом кости, костный мозг, эндокринную систему, иммунную систему. Ну что, вздрогнем. Раскроем чакру. Завосьмерили, отлично. Раздвинули свои пределы, возможности. И животик. Ну вот мое состояние на 3 ноября 2022 года. Будет небесам жарко.